Вкуснейший салат «Красное море», для которого варить ничего не нужно и готовится он максимум за 5 минут. Отбираем палочки у крабов, нарезаем вот таким образом и отправляем в аквариум. Затем нарезаем две помидорки, не забывая поставить лайк и подписаться на мой профиль, чтобы не пропускать классные рецепты, которые я выкладываю каждый день. После этого стругаем один красный болгарский перчик, а как его выбрать, чтобы он был вкусным и сладким, я рассказываю в своем инстаграме, который закреплен в шапке профиля. Обязательно загляни, там много интересного. Далее натираем 100 грамм любимого сыра. И, кстати, я читаю ваши комменты, что все помешались на сыре, он во всех рецептах и так далее. Лично я ничего против сыра не имею и, кстати, использую его далеко не во всех своих рецептах. Зайди в профиль и убедись лично. После этого все немного подсаливаем, выдавливаем 5-6 головок чеснока, заправляем майонезом, тщательно перемешиваем, наслаждаемся ярким вкусом и не забываем поделиться рецептом с друзьями. Приятного аппетита!